нашелся очевидец происшествия. Он сказал, что видел, как желтая спортивная машина въезжала в гараж аэропорта пару минут назад. Спасибо, Сюзан. Попробуем перехватить этого парня. Напарник, высади меня здесь. Если он выйдет, я свяжусь с тобой. Ладно, а я пока газ. Желтые спортивные машины подъезжают к выходу. Черт, я на самом верху. Пока я спущусь, его и след простынет. Он выехал на кольцевую дорогу.
В таком случае нам его не догнать. Не скажи. Я знаю, где срезать. Для этого нужно подняться обратно. Он исчез. Вся надежда на компьютер. Выясним, на кого зарегистрирован автомобиль. Семир, Крис, на помощь! Сюзанна, что стряслось? Я еду из суда. Надо было забрать кое-какие документы. Вдруг, откуда ни возьмись, этот автомобиль. Он пытается столкнуть меня с дороги. Останови машину! Он меня таранит! У меня отказали тормоза! Что мне делать? Держись, мы едем!